В 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу «Нафтан» встретился с «Торпедо БелАЗ». Уже на 10-й минуте Александр Краси распечатал ворота «Торпедо». В середине тайма жодинские футболисты забили 2 гола. Во второй половине игры гости продолжили голевые атаки. Игра завершилась со счетом 1-4 в пользу жодинского «Торпедо». Учащиеся Новополоцкого училища Олимпийского резерва приняли участие в республиканских соревнованиях на призы Белорусской федерации биатлона. В суперспринте Илья Овсиенко занял 2-е место. Александр Кошин и Карина Нуфриенко оказались обладателями бронзовых наград. В спринтерской гонке лучший результат показала Карина Нуфриенко, завоевав золотую медаль. В очередной игре Кубка Руслана Салея по хоккею «Химик» сыграл против Бреста. Уже с первых минут новополоцкие хоккеисты показали хорошую игру. По окончанию первого периода в воротах гостей 2 шайбы, вторая 20-минутка вышла без голевой. В третьем периоде Брест попытался сократить разрыв, но «Химик» продолжил результативные атаки. Итог игры 4-2, победа у новополоцких хоккеистов. В следующей игре «Химик» встретится с Витебском на ледовой арене соперника.